Всем привет, вы спросите меня, Леха, ну где ты, как говорится, на этот раз? А я вам скажу, я в Техасе в такой жопе, что даже вот этим коровам, они просто стоят в ахуе и думают, Лех, ты что, реально? Нормально? Вот как бы, я просто стою и думаю, они кинутся на меня, не сожрут меня, как коровы-людоеды, а? Самое страшное, что они просто стоят и смотрят на меня. Что вам надо от меня? У вас толпа. Му! Здорово. Ля какой. Не понял. Что, побазарить решили со мной или что, в натуре? А? Что? Сидеть нахуй. Они, кстати, Манурина нервируют, блядь. Я представляю, он сидит, заходит, думает, так, где эти, блядь, гендоны нахуй. Сейчас, а ну-ка, нахуй, сейчас. Он так говорит, сейчас, ну-ка. Так. Ну-ка. Ах ты гендон. Это косплей Манурина, он говорит. Так, ну-ка. Все, так, а все. Не, а все, реально. Все, блядь, это пиздец. Посмотри, все, они все мертвы, они кончены. Они просто, блядь, реально. Смотри на них. Конченые ублюдки, блядь. Конченые. Получилось отыграть? Получилось? Ой, блядь. Красиво, нахуй. Мне вообще не нравится, где я сейчас еду, потому что я, чтобы вы понимали, я на полном серьезе, знаете, меня очень сильно сейчас будоражат мои внутренние чувства по одной простой причине, потому что я еду по специально выделенной линии, чтобы вы понимали, один, я сейчас вам покажу, вы охуеете, я еду один, никого нету, и я переживаю, потому что тут в Америке есть дороги, по которым нельзя траком ехать, и значит, я еду один, я в ахуе. Вы понимаете, что я еду вот по выделенной линии один, и почему-то все, блядь, траки и машины, весь трафик едет, сука, справа, а я еду слева! What the fuck? Плюс уж поставь, пожалуйста, кому понравилось мой крик сейчас. Знаете, я вот не могу понять одного. Утро, знаешь, если с утра голос, хотя утро, наверное, у меня немножко по лайтовее голос, чем у него, хотя я могу пониже впустить голос, и будет свет, дай мне силы, свет, блядь, свет. Пониже, типа. Свет. Спаси мою душу. Свет. Нет? Хуюрлок, блядь. Пахнет помидорами. Ой, помидорами, этими. Огурцы. Господи, зовут ты. Какие желтые маленькие мандарины. Да. Хесус, если ты меня слышишь, собирай свои ебучие вещи, блядь, и съебуйся уже быстрее сюда, блядь, в Америку. Не еби мозги, блядь. Передайте ему. И Сильвернейм тоже может собирать свои вещи, сюда съебуться. Я вам построю дом, вы будете там жить вдвоем и ебаться. Пацаны, у меня тут вида никакого нету, блядь. У меня тут просто леса, горы и пиздец. Сейчас покажу. Хуенок. Я вот иногда еду, вот я реально не знаю, что делать, да, вот смотрите, мне до хера ехать. Хорошо, я пизжу с пацанами сижу.
В Дискорде. В Дискорде есть заебись. Когда Дискорд выпадает, я вот сижу и думаю, вот что, блядь, мне делать, нахуй? Я включаю YouTube, такое чувство, что YouTube умер, блядь, я не знаю, смертью храбрых. Там вообще, блядь, ничего нет. Ну просто, блядь, ничего нет. Единственное, что кого я могу подождать, это посмотреть, блядь, Тукера, ебать. И то Тукер выпускает один ролик, блядь, из 150 лет. Все, блядь. Больше никого. Я не знаю, кого вообще, блядь, смотреть на YouTube. Просто, блядь, я не знаю, кого смотреть. Мне ничего не интересно. Там какая-то хуйня постоянная, нелепая пиздурма. Я захожу в рекомендованные, блядь, американской хуйне. Там, блядь, я поцеловался с парнем первый раз, блядь. 10 миллионов просмотров. Парень гей потрогал мою письку. Реакции на то, как он потрогал мою письку, блядь. Чё за хуйня вообще, блядь? Чё смотреть, нахуй? Я вообще не знаю, что смотреть. Захожу, блядь, захожу на Twitch. Сидит Сильвер, блядь, горит, орёт, блядь. Манерин, ебать, ушёл, блядь. В неоплачиваемый отпуск на месяц, блядь. Хуйня полная, блядь. Бустеры, шмустеры, остальные, вот это, шкалодрочеры, это, блядь, все неинтересно, нахуй. Я не знаю, что смотреть. Я, блядь, пересмотрел уже все аниме, блядь, в мире. Сериалы мне тоже неинтересно смотреть. И я еду как долбоеб. Все. Есть у вас предложение, что, блядь, делать? Вот реально, давай так, что бы вы делали бы, если вы бы хуярили прямо? Вот вы прямо хуярите, и что вы делали бы? Я слежу за дорогой всегда. Не забывайте, у меня один глаз налево, другой глаз направо. Я же рассказывал, да, как раньше было. Раньше русские стримеры, ты писал у них в чате там 4 года назад, ставил смайлик другого стримера, бан нахуй, пермах ебать, иди нахуй отсюда. Иди ты, блядь, с другим стримером, ебать. Это он говорил, надо давно соединяться. Кто соединился? Правильно. Эвелоны, бустеры, они вот тусовку свою организовали, друг другу аудиторию перегоняют, ебать, зарабатывают колоссальные бабки, блядь. И все заебись. А если бы раньше олдскулы, которые на Твиче стримили, начали бы нормально движуху делать более дружную, блядь, сейчас бы все по-другому, структура была по-другому развита, абсолютно по-другому. Ниша была бы полностью распределена нормально, и была бы иерархия. А сейчас что? Покажите молодых стримеров. Где молодые стримеры? Кто-нибудь игры, блядь, стримит вообще? Кто смотрит игры, нахуй, последнее время? Хорошо, я беру американских стримеров, да, их смотрят. Османголы там, ну это топы, блядь. Ебаный в рот. Это топы Твича, нахуй, это сторожилы, ебать. Их смотрят, базара нет, ебать. На самом деле все заебались. Все приходят и хотят посмотреть ебаный IRL, попиздить, послушать. На фоне попиздить. Контент девчуль, ебать. Вообще, нахуй. Идеально для шкильников, нахуй. Но заметьте, что На контенте девчуль сидят в основном реально школота и какие-нибудь типы брошенные, все, блядь, которые, блядь, я не знаю. И типы, которых духуя бабы, которые вдоначивают, чтобы поебаться. Все, блядь. Silent Hill, мне похуй. Почему бросил... Смотрите, рассказываю, почему я бросил свой канал на Ютубе. Во-первых, Ютуб — это неприбыльная хуйня вообще. Просто, блядь. Ну, это... Ты тратишь столько, сука, энергии... Это просто пиздец. Вы понимаете, что YouTube этим надо заниматься? И то, он не приносит только бабок. Вы что думаете, блядь, дневник Амирана Сардарова, блядь? Че он нахуй забросил? Он пытается выстрелить в Америке? Ну окей, но он не интересен, ебать. Уже находят другие рычаги использования маркетинга и рекламы. Мне со временем тоже надо было, блядь, быть таким долбоебом и хуйню тут писать. 10 способов, как переехать в США, блядь. И пошел накручивать Васьков, ебать, разных. Понимаете? Пока не пользуются все этим. Ну так вот, поэтому, короче, это все хуйня, пацаны. Все хуйня. Молодым стримерам я вообще не знаю, как им вообще выйти. Я, блядь, что можно сделать? Рассказываю. Что должны сделать, по крайней мере, сквады? Они должны организовать более серьезную корпорацию открыть, именно, корпорейшн сделать, ебать. Сделать финансовую компанию, заманивать молодых, пиарить, ебать, и набирать обороты, делать свои акции, блядь, развивать всю эту хуйню и молодых подтягивать и делать как Black Star, ебать. Поняли, как раньше это было? Все, блядь, делается изи молодой приток, на ставочках работают, в смысле, процентики, блядь, раскидывают, ебать, на зарплаты сажаете, блядь, все красиво мутите, блядь. Рабочая схема, ебать. Рабочая, нахуй. Все, блядь, молодняк по табу, пирамидка работает, бабасы мутятся, можешь даже больше не стримить. Алло, ебать. Получай по 3 ляма в неделю баксов, ебать. Нормальная хуйня? Красиво, ебать. Опа, нахуй! Ебать! О, блядь! Опа, нахуй! Опа! Получается, к нам пришел, ебать, красивый молодой человек. На ринопластике. А, это не ринопластика, да? Как это называется, блядь?
Так вот, ебать, Хес, спасибо за подписулю. Тебя сейчас не было, я до этого говорил, нахуй. Тебя не было, я говорю, пока, вот сейчас там проблемы происходят, да, там с этими стримершами мертвыми, вот это что все случилось ужасное. Прямо вот сейчас собирай вещи, все работает, все летает. Я тебе уже пятый месяц говорю об этом, улетай. Закроют границы, пойдет третья волна короны, ты никуда вообще не улетишь. Пока есть, прямо вот сейчас садись на подводную лодку, нахуй, и хуярь. Ну... До февраля, конечно, надо терпеть, но ты прикинь, если ты приезжаешь сюда, Новый год, Нью-Йорк, идет снег, играет песня Last Christmas, да, от этого, от, скажи мне, я забыл группу, нормально? Last Christmas, та-ти-ра-та-та, та-ра-та-ра-та-та, та-та-ра-та-та. И ты, короче, снимаешь Инстаграм, где ты снежком вот так вверх кидаешь и так снежинки сдуваешь, понял? Нормально. Потом крутишься вот так в танце, короче. Я тоже приезжаю, и ты как в фильмах бежишь к камин на ручки, понял? И я тебе вот так... Спасибо. Вот так вверх подкидываю, понял? Ну, нормально такая тема, нет? Все переживают. А! Рассказываю про коронавирус. Сейчас будет лекция. Готовы? Короче. Про то, как... Вирус попадает в организм, вы все уже знаете, правильно? Ну, типа, нет, мало что хуйня. Ну, типа, кто-то чихнул, пернул, они в воздухе капельки, блядь, полетали, осели, а пол упали и так далее. Долго они не тусуются в воздухе. Но это все хуйня. Происходит заражение. Так? Произошло заражение. Сразу вас могут даже, когда вы сдаете на тест, вы даже могут не определить, что происходит в организме. Вирус выпадает, опускается вниз, пошел к легким, правильно? У вас организм, что делает, я рассказывал? Запомните, новое правило, до 38 это не температура. 38,5 уже температура. 38 никто не сбивает никогда в жизни температуру. До 38. Попал вирус, ковид, в организм. Температура, организм говорит, ебать, пиздец, срочно выпускайте отряд специального назначения. Отряд специального назначения хуярит. Красные кровеносные тельца вырываются, начинают искать этого говнюка. Он уже начинает распространяться, вирус. Что делает организм? Ебашит температуру. Что делаете вы, человек, который мало осведомлен по поводу ковида? Что он делает? Он обсирается, бежит к врачу, начинается истерия. Первое правило – не паниковать. Так? Второе. Температура ебашит. Что вы делаете? Правильно. Дебилы! Вы пьете таблетки. Что делает таблетка? У вас поднимается температура. Важно! Когда температура доходит 38,6, это та точка отсчета, когда ваш организм вырабатывает супер, блядь, отряд по уничтожению всех гондонов в вашем организме. Интерферон. Выделяется интерферон, блядь. При 38,6. Это защитная иммунка, которая долбит любую хуйню, которая у вас в организме существует. Что делаете вы? Вы не даете выработать организму, блядь, нормальную иммунную реакцию на ебучий вирус ковида, блядь. Вы хуярите таблетки ваши ебучие, они подавляют температуру, и организм думает, что за хуйня произошла? Нихуя себе, блядь, въебал мне нахуй. И что он делает начинает? Организм начинает дальше проходить, в мембранные клетки, блядь, и всасываться, ебаный в рот, блядь, в ткани, нахуй. Соответственно, что происходит? Она открывает двери для кого? Для бактерий, которые, собственно, проходят к вам, попадают к вам в легкие, и начинается что? Правильно, пневмония, потому что пневмония – это бактериальная, но есть вирусная, ну, короче. Он начинает, потому что вы сделали? Вы, долбоебы, сбили температуру, не дали вы организму разъебать его самим, так? Что дальше происходит? Дальше начинается вообще хуйня. Назначают антибиотики, блядь. Антибиотики, нахуй. Бывает, антибиотики назначают, кстати, на том, когда еще бактерий нету. То есть антибиотики лечат только бактерии. Понимаете, вирусы антибиотики не лечат. Вирус проходит сам в течение там, 7 дней, но ковид проходит в течение 14-30 дней. Что дальше происходит? Вы хуярите антибиотики. У вас в своем организме есть хорошие бактерии, нормальные пацаны, они сидят там, тусуются, видели плохую бактерию, они ее пытаются сами разъебать. Не надо ничего, блядь, делать. А что вы делаете?
Спросите меня, что вы делаете? Вы жрете антибиотики. Антибиотик — это ебучая ядерная бомба. Вы хуярите ядерную бомбу, она спускается и уничтожает все нахуй. И ваших нормальных пацанов, и плохих бактерий. Что делает вирус? Что делает ковид? У него просто, блять, я не знаю нахуй, у него открывается каждая ебучая клеточка, которая была закрыта нормальной бактерией, полости образуются. И этот ковид начинает полностью, блять, распространяться в эти полости нахуй. И происходит полный пиздец, осложнение ковидовое, ебаный в рот. А все из-за чего? Вернемся обратно. Потому что вы, блядь, сбили ебучую температуру. Не дали своему организму стойку отбороть. Почему некоторые переносят нормально, некоторые хуево? Это первое. И второе. Напомню, пожалуйста, еще для всех людей, кто не очень далекий. Не может быть от того, что я поел мороженое, продул вентилятор, блядь, заболеть. Любая болезнь — это либо вирус, либо бактериальная. Все! То есть у вас ослабленный иммунитет, вдохнули, у вас, блядь, на нашем теле есть вирусы и бактерии. Вылизнули случайно, иммунитет хуёвый у вас, все, вы заболели. По-другому ты не заболеваешь, блядь. Ты не можешь болеть по-другому, потому что мороженое съел, блядь, сахар попал, ты заболел. Нет. Болезни от вирусов и от бактерий. Точка, блядь. Что мне делать, если окажешься тогда, ну, блядь, что-то, кажется, поймала вирусятину ебучую, у тебя вирус какой-то сидит. Это не обязательно может быть ковид, это может быть другой вид вируса, блядь. Но факт, что ты схавала вирус какой-либо, он попал в твой организм. Вирусов триллиарды, блядь. Разновидности ковида миллиарды, блядь. Это пиздец, там такой пиздец. Поэтому, блядь, любой вирус, попавший в твой организм, будет тебя разъебывать. Это, блядь, логично. Это нормально. Просто вы должны... Сейчас 2000, блядь... 39-й год, нахуй. Вы должны понимать, как работает вся и ваша иммунка. Это элементарные вещи, это вещи, как, блядь, сходить на свидание. Как, блядь, помыть писю с жопой, блядь, это то же самое. Вы должны понимать элементарные вещи, как происходит, блядь, любая проблема с вашим организмом. Мы, рожденные в совке, это был полный пиздец. Я тебе говорю, меня учили, что ты съел мороженое, из-за этого заболел. Да ничего страшного, выпей водки, легче станет. Ты долбоёб? Какая нахуй водка, ёбаный в рот, блядь, легче станет? Нахуя мне тогда врачи в больнице обманывают? Ну, потому что все по-разному лечат. Типа, ну, есть у них определенная, блядь, шкала, как, типа, знаешь, как в армии, нахуй в армии тебе ногу оторвало, говорят, иди нахуй, помажься. Лоб зеленкой тебе помажут, крест поставят на лбу, скажут, все, пиздуй отсюда. Заебись, иди отсюда, все нормально, блядь, выживешь, нахуй, нормально. Все, ну, так же и здесь, то есть, ну, ебать, камон, блядь. А, да, F, ну, ладно, понял. Сейчас отлагаю, проеду вашу... Ваши, блядь, горы ваши, блядь. Бол, в резинке ощущения не те. Я тебе скажу так. Когда, не дай бог, в жизни ты встретишь какую-нибудь хорошую модель. Я тебе просто рассказываю примеры из моих знакомых в жизни. Ты встречаешь модель, пиздец. На показах Vogue ездит, в Париже отдыхает. Вообще, пиздец, модель, нахуй. Без резинки. Один раз дернул, нахуй. ВИЧ, получил ВИЧ, ебать. Она даже сама не знала, нахуй, что у нее ВИЧ, ты понимаешь? Это, блядь... Пиздец, нахуй. Никогда в жизни, в своей, пока ты не женат, не замужем, пока вы вместе не сдали анализы, не просмотрели все справки двойные, никогда в жизни, ебать. Я вам еще раз, вам это может стоить, блядь, жизни. Я вам серьезно говорю, подумайтесь. Сексуальное обучение должно быть в школах, в университетах всегда, нахуй. Никогда не используйте презерватив. Да я понял. Пацаны, по поводу мыть презерватив, я вам так скажу, нахуй. Это тоже не смешная хуйня. У меня так два знакомых, ебать, улетели в залет, ебать. От не очень умных девчуль, блядь. Как сказала одна девчуля другому пацану после всего, говорит, запомни, блядь, самый лучший способ, ебать, не сделать так, чтобы тебя не женили на себе, блядь, сюда мой презерватив, ебать. Я вам постоянно ходил и мыл после, блядь, сексуальных своих утех презерватив, ебать, в ванне, блядь, споласкивал, блядь, представляете? А знаете почему? Знаете почему? Потому что позанимались сексом, презик выкинул. Она подошла, взяла этот презик, обратно все влила, нахуй. И попала именно, блядь, в свой цикл, когда у нее вуляшка, ебать. И все, нахуй. До свидули, парнишка приплыл, блядь. Смотрите, большинство людей просто, они думают, кто приезжает в Америку, они думают, что, типа, тут так легко, вот по рассказам. А ездит там один пацан, он там рассказывает. А там вообще, знаешь, сколько получают бабок? То есть... Постоянно вот эти вот агитационные слухи, на самом деле, это хуёво, потому что, ну, ты представляешь, что ты вот сидишь где-нибудь, блядь, под Воркутой, ебать, в каком-нибудь маленьком городишке, тебе рассказывают, что, блядь, зарплата какого-нибудь, блядь, мойщика, блядь, плит,
Блядь, $700 в неделю, ебать. Он, а у него, блядь, зарплата, нахуй, $7 в неделю, ой, в год, блядь. Вот он сидит, ебать, в ахуе, и думает, нихуя себе, ебать, и все, блядь. Поэтому, типа, не слушайте никого, блядь, тяжело здесь, ебать. Ну, тем более без языка вообще, а тем более сейчас вообще пиздец. Сейчас вообще никто не приедет сюда, ебать, редко. Ну, вот Хесу только приедет, ему повезло с документами, поэтому он подкатит сюда. У него есть чем заниматься, у него есть профессия стримера, он будет стримить, и у него будет все заебись. Поэтому, ну, вот он молодец. Я вообще, ну, многим стримерам советую переезжать в Америку, это охуенно. Вы, во-первых, много возможностей для стримеров, потому что вы являетесь уникальной личностью приехать в США и стримить. Поэтому, ну, это круто. Переезжайте, бля, учите английский язык, развивайтесь. Вы можете взять любую профессию, которую вы хотите. Похуй, сколько тебе лет, 35, 32, 47, 94, да пизды. Выучи язык, приезжай, устраивайся. Может быть, ты всю жизнь мечтал быть врачом. Ебать. Иди врачом. Отработай, ну, помощником врача. И все, блядь. И получай бешеные бабки. Изи. Меня иногда, ну, я единственное, что расстраиваюсь, это то, что меня хуй, начали приплетать эту хуйню и начали хуесосить в чате, ебать. За хуй, за что, блядь, за какой, за что я, блядь, какой-то нахуй лицемер какой-то, ебать, пиздобол какой-то. Что за хуйню вообще? Никто ничего не знает, что произошло, блядь, в большинстве, ебать, своем. Они видят только одну сторону ситуации. Вот, и все пиздят, ебать, придумали какие-то истории, ебать, вообще какой-то, блядь, что, да пиздец, даже не хочу, блядь, это все давать повода, блядь, для пиздежа очередного, это просто инфоповод, понимаете, вот этот, если о нем продолжать говорить, то это, типа, будет заново все крутиться, это будет сказываться негативно на Ваню, ебать, потому что у него и так проблемы со здоровьем, и только ради этого, нахуй, никто ничего не говорит, просто все молчат, потому что, ну, блядь, что об этом говорит, это все так очевидно, блядь, пускай каждый останется при своем мнении, все, блядь, знают, кто прав, кто виноват, все, блядь. На чем вы рашите, еще раз говорю, это осиное гнездо, блядь. Когда у человека будет со здоровьем все нормально, тогда уже все сядут, нормально поговорят, наверное. А пока зачем? Это типа как рана, раскрытая рана, блядь, чтобы вы понимали, раскрытая рана. И ты такой берешь, ебать, и соль туда хуяришь с перцем, эту рану. Типа зачем, блядь, это делать? Типа все, ну, все на паузе, ебать. Ну, по крайней мере, с моей стороны, я за себя буду говорить. Я не буду говорить за других людей, я говорю лично за себя, ебать. Я не вообще сейчас... Тупо на паузу делаю. Типа нет смысла, блядь. Это то же самое, когда я горю, да? Это когда я горю. Вот. А мне подходит и начинает со мной разговаривать. Хуйня, дайте мне время успокоиться. Я успокоюсь, ебать, я поговорю. Ну, я так, это моя точка зрения. Все, как бы, ну так.